Давайте еще раз посмотрим, как это было. Мяч у Мамоновой. Она собирается бросить его в кольцо, но... Ай-яй-яй. Пауло Маринари грубо толкает ее, а судья штрафует русскую центровую. Это же несправедливо. Такой изумительный, феноменальный бросок. Я не ошибусь, если скажу, что это не подключено событие, смешное и печальное войдет во все.